Сделать ньютоновскую жидкость. Нам понадобится всего лишь вода и крахмал. Для начала мы положим крахмал, а потом зальем водой. Воду и крахмал нужно добавить в равном соотношении. Нужно, наверное, еще больше крахмала, скорее всего. Да, надо еще больше крахмала. Так, воды слишком много, надо еще крахмала добавить. В итоге мы получаем вот такую жидкость, которая при быстром воздействии на нее твердеет, а если медленно, то поглощает. Вот наблюдает с палочкой. Он растекается. Если быстро, то нет. Я добавил, наверное, слишком. Надо еще побольше воды, и все будет более выглядеть. Надо еще больше воды. Вот я добавил еще больше воды. Сейчас будет более хорошо все видно. Сразу превращается в жидкость. Все, на этом все.